Вы на канале Сандра Крыдышка. И сегодня уже 12 декабря. А это значит, что пора открыть 20-й пакетик. Но перед началом обязательно поставь лайк. Мне будет очень приятно. А также подпишись на мой канал и не забудь про колокольчик, чтобы не пропускать мои видео с адвент-календарем и также все мои остальные интересные видео. Ну что ж, давай поскорее откроем 20-й пакетик. Так, здесь послание. Создать новогодний образ кошки. Если вы захотите быть на Новый год кошкой, вам это как раз подойдет. Сейчас я вам покажу образ кошечки. Ну что ж, поехали! Итак, я подобрала одежду и аксессуары к моему образу, поэтому перевоплощаюсь. Вау! Посмотрите, я уже преображаюсь в кошку. Я взяла свой гимнастический костюм, также я одела черные свои лосинки и свои черные носочки. И, кажется, не хватает одного штриха. Ну, как вам я? Мяу! Похоже на кошечку. Мяу! Мне кажется, я похожа на кошечку. Мяу! Как вам мой образ? Оцените от 1 до 10. Ну, пришло время повесить нашу игрушку на елку. Тормашка. Я выбрала вот такую вот варежку. Так. И 12 дней пройдено! Ура! Мяу! Ну а вы не забывайте поставить лайк под этим видео. Мне будет очень приятно. Также подпишитесь на мой канал и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать мои видео с адвент-календарем и также все остальные интересные видео. Ну а с вами была Сандра Крутышка-Кошечка. Всем пока-пока!